В преддверии 75-й годовщины Дня Победы украинская морская партия Сергея Кивалова поздравляет героев, ветеранов войны. Также политическая сила большое внимание уделяет активистам ветеранских организаций для помощи и поддержки воинов-освободителей, участников боевых действий и детей войны. Среди них генерал-лейтенант в отставке Николай Лифура, председатель Совета ветеранов войны. Однополчан города Одесса, заместитель председателя областной организации ветеранов, член Совета организации ветеранов Украины и почетный член областного совета мира. Низкий поклон, Николай Петрович, примите вы и вся ваша ветеранская организация, просто каждый человек от меня лично, от всей морской партии, от нашего лидера Сергея Кивалова. Вам большое спасибо за ваш тот огромный труд и огромную социальную работу, которую вы делаете для ветеранского движения всей Одесской области. А Одесса – это город-герой. Одесса – это город, который стал одним из первых городом героем. Поэтому я лично горжусь, что я живу в этом городе. Горжусь, что знаю вас. Когда войска 3-го Украинского фронта освобождали Одесский регион, Николай Петрович Лейфура, генерал-лейтенант, глава Совета ветеранов войны, однополчан Одессы, был еще ребенком. Самоотверженность и мужество советских солдат вдохновили его на то, чтобы посвятить свою жизнь военной службе. Впоследствии ему довелось 4,5 года быть командиром знаменитой 295-й стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении Одессы. Сегодня он активно отстаивает интересы членов, возглавляя им ветеранской организации. Информируют руководители ветеранских организаций районов, городов, области, какие мероприятия проводятся. И ни один район не минул хотя бы одного ветерана, чтобы не обратить на него внимания. За патриотическое воспитание молодежи и работу с ветеранами Одесской области Николаю Лейфуре вручили памятную золотую медаль юридической академии. Генерал-лейтенант в отставке отмечает, что ветераны ценят внимание, которое уделяет им президент вуза, почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. В рамках социальных проектов ветераны Одессы получают бесплатную юридическую и медицинскую помощь. Сергей Васильевич Кивалов как был в первых рядах, так и на сегодняшний день он в первых рядах борьбы за справедливость в целом в нашем государстве, народе. И с особым вниманием он уделяет участников боевых действий, участников Великой Отечественной войны. Я не один раз был на этих мероприятиях, которые организовывал Сергей Васильевич. И вот недавно я ему одну просьбу высказал для ветеранской организации. Он тоже помог там с машиной. Напомню, благодаря активной позиции, многочисленным депутатским запросам Сергея Кивалова удалось на национальном уровне отстоять праздник Великой Победы. Сейчас главная задача – поздравить к празднику 9 мая всех ветеранов. К 75-летию в Одесской области насчитывается 720 участников войны, и каждый ко Дню Победы не останется без заботы и внимания.